Доброго времени суток, ребята. Иринка тут себе что-то нагрела. Вкусная. Вкуснятина. Короче, есть можно, но не нужно. Не знаю из чего. Очень вкусно. А сейчас это поем. А потом с морепродуктами поем. Там селёдочка, ракушки там, какие-то. Тут перекрывают, скажу вам по секрету. Так что, ребята, ребятишки, будьте это. Думайте. Грибы что-то какие-то. Короче. Да, невкусно. Даже я есть не буду. Вот это вкусное. Это курица с луком. Отдолбанная, отдолбленная. Отдолбили ее, короче. Какое там проверочное слово? Отдолбили. Я неграмотная. Я что-то не стесняюсь. Забыла. Ноги варятся. Отвлекают лапы куриные. Целая кастрюля. Еще макаронами заправила. Вкуснее было. Сейчас двальца. Я пенку соберу. И ложечку заброшу. Это не я. Это Бренда сидит, хрюкает просто. Бульба. Бульба, иди покажи, что мне не поверят. Скажи, что я перданула. Я не пердела. Короче, говоря, это мне сейчас заявляет. Пошли груз за водой. Старше это. Я иду редко, пошли груз за водой по пути. Поможешь, пошли. Она стоит и говорит. А можно я с тобой не поеду в Москву летом? Мы там планировали на месяц. А она. Можно я, говорит, не поеду? Я чуть не пала. А где, говорю, ты будешь? Я, говорит, летом с бабушкой здесь останусь. А я, говорит, буду бабушке помогать травку дергать. Я говорю, что правда? Она да. Прям на полном серьезе. Да, говорит мам. Я удивлена просто. Другая бы, наоборот, смылась куда-то подальше, да? В условия какие-то. Там подальше от этого всего. А она это. Я говорю, с бабушкой здесь останусь. Помогать буду травку дергать. Миш. Как будто я лентяй оказалась. Нет, я тоже все успею, помогу. Я же по делам поеду, не просто так. Наверное. Просто меня это поразило. Угу.
Другой бы, да, смылся куда-то подальше от огорода, по вот летом. А она, да. Я говорю, травку буду помогать бабушке. У меня ведра чуть из рук не упали. Вот что на самом деле? Кто бы что ни говорил, ни хейтерил, пакости не говорил, не писал. Это вот, я вот просто поражаюсь над своей. Молодец она для своего возраста. Вот такая. Всем удачи, всем добра. Буду жрать, пока не подавлюся. Иринка, не там, так здесь, не здесь, так в другом месте. Всем приятного аппетита. Будьте добрее.